идет с Джума Намаза. А где автобус? Коренные саудовцы, где автобус? Несмотря на пятницу, происходят какие-то строительные работы. Вообще это крайне удивительно, потому что именно в пятницу, да еще в такой стране, как Саудовская Аравия, должно быть полное затишье, но вот парочка рабочих, нет, даже не парочка, четыре человека что-то строят. Вообще удивляет здесь Саудовская Аравия пустота. Огромное расстояние, раскиданные дома тут и там, и пустота. Такое чувство, что здесь все строят на перспективу. То есть людей еще как бы нет, а для них уже все строят. Видимо, я думаю, что новый будущий король, наследник, принц, видимо, он ожидает бурного роста притока рабочей силы, оживления этого района, поэтому все строится наперед. Ну, посмотрим, время покажет. Видите деревце? А здесь поливальное устройство. И так у каждого дерева, у каждого кустика. А без этого расти здесь ничего не будет. Вот что-то построили и сдается в аренду. То есть, если люди здесь еще и живут, то не так много. И колючая проволока еще не натянута. Тщательно, скажем так, оборвана. Ну вот я, как я и предполагал, как я и предполагаю, я думаю, что я прав. Здесь строится все наперед, на будущее. И все за заборами, все. Везде заборы. Вот госпиталь уже построен. И даже вроде бы как бы работает. Там есть какое-то движение. Пожалуйста, звоните, снимайте, если у вас есть желание приехать в Саудовскую Аравию, работать. Все условия. Вот целый квартал. Целый квартал новых домов. Видно, что они новые. Еще нигде не висят шторы. Машин нет на парковке. Может быть, какие-то 10% квартир заселены. Вот на балконе там на одном что-то там виднеется. Все новое. Я так думаю, что это какой-то новый ареал обитания. Но надо заметить, что эти дома, конечно, все для иностранцев. Потому что саудовцы живут вон в тех домах. Я потом пройду мимо них. Это, скорее всего, для иностранцев. Компаунд, очередной компаунд. Для нефтяников, для учителей, для врачей. Конечно, не для низкоквалифицированной рабочей силы, потому что низкоквалифицированная рабочая сила живет в общежитиях. Дорогу, скорее всего, живут учителя. Все продумано. Cambridge Outstanding. В общем, что-то связанное с Кембриджем. Мы гордо объявляем, что мы приглашаем саудовцев в нашу международную школу. Места ограничены, торопитесь. А здесь вот продают машины авто Чапью. Welcome, пожалуйста, заходите, покупайте. Вообще арабы любят покупать машины. У них это автомобильный бизнес очень развит. Ну, даже в таких маленьких странах, как Кувейт и Катар, а уж в Саудовской Аравии с ее огромными размерами, здесь без автомобиля вообще как без рук. Ну, обратите внимание, что я иду по проезжей части. То есть тротуара здесь нет. Пешком здесь никто не ходит. Почему я еще гуляю? Потому что зима, первый день весны. Сегодня 1 марта. И температура очень комфортная.
То есть где-то 20 градусов. Это, если брать с российской аналогии, это где-то, ну, наверное, градусов 10. То есть вот я иду в майке и в джинсовке. Потому что просто в майке было бы прохладно. Ветерок такой довольно ощутимый. Ну, вы видите, как пальма качается и как он, ветер гудит. Так что без джинсовки было бы прохладно. И поэтому можно спокойно гулять, не жарко. Но буквально пройдет месяц, и по этим улочкам без машины не прогуляешься. Уже будет жара. И если выйдешь на улицу, то совсем ненадолго. Я пришел в фирменный центр Jaguar и Land Rover. Здесь машины продаются, видимо, а также обслуживаются. Ну вот, вы видите машины, а также меня в отражении. Jaguar, Jaguar. Машины, конечно, безбожно отсвечивают, но зато хорошо видно меня. Working time. Суббота до четверга с 9 до часу, а потом перерыв, и потом с 4 до 8, а по пятницам магазины не работают, что в принципе объяснимо. Хотя в Кувейте в пятницу магазины работают. Rolls-Royce, пожалуйста. Магазин Rolls-Royce. Извиняюсь за то, что дует такой сильный ветер. Но сие исправить не в моей власти. Как вам этот красавец? Что значит привидение? Белый, черный. Черный и белый. Кому что нравится? Видите, какой ветер? Здесь салон BMW. Вообще хорошо, что пятница. Народу никого нет. Я могу снимать. А так я немного побаиваюсь, остановит полиция, скажет, что ты тут ходишь, чего ты тут снимаешь, шпион, арестуют. Кто любит BMW X5, пожалуйста, приходите, покупайте. Сорян, X6. Пятница, а эти люди работают, люди в желтых халатах. Не все отдыхают, как выясняется. Салон Audi. Вот с чем, а с машинами в арабских странах проблем точно нет. Ну и вообще, с чем у них есть проблемы? Ну, наверное, с определенного рода свободы. Но с другой стороны, мы привыкли жить так, как мы живем. И нас немного удивляет то, как они живут, а для них это привычный образ жизни, поэтому они, наверное, удивляются тому, как живем мы. Вот. Так что не будем их судить. Не будем их судить с нашей точки зрения. Впереди магазин Porsche, а также Maserati, а также Volkswagen. Ну, просто праздник для любителей машин. И Макан, Макан С, Каен, Каен, Каен. Так любят арабы хорошие машины. А еще не знаю почему, здесь у них очень любят кактусы. В Кувейте я не видел столько кактусов. А здесь прямо на каждом шагу. Как будто из Мексики привезли. Maserati
Levante. Хорошая машина, красивая. Конечно, вам через стекло это видно не так хорошо. Я понимаю, все отражается. Quattroporte. Maserati Quattroporte. Смотрите, какой здесь оригинальный, что это, мопед, мотоцикл, что это такое? Просто игрушка какая-то, очень красивого цвета, ну, насколько на ней можно сидеть, не знаю, но это для взрослых. Руль, вообще оригинальная вещичка, конечно. И вот мы с вами пришли в магазин. Volkswagen. Volkswagen Terramont, Volkswagen Touareg. Volkswagen Tiguan, Golf. Ну, в общем, полный модельный ряд. А, вот здесь, пожалуйста, Bentley. Bentley тоже продаются, имеются в наличии. Если вы хотите, то Bentayga V8. И видите, вот там у него написано sold. Sold, что значит уже продана машина, уже нашелся покупатель, оплатил, только не забрал еще. Ну, это тоже хорошая машинка. Так это Bentley Jeep. А вот Bentley Jeep'ов я еще не видел. Жалко, конечно, что в стекле отражается Ford Edge, но думаю, разобраться можно. Что тут у нас? По-моему, заканчивается тротуар. Придется мне идти по проезжей части, как обычно. Но тротуар еще, слава богу, сохранился. Есть где прогуляться. Но я не вижу, я вообще не вижу перехода. Как же мне пройти к морю? Сколько же я буду идти? Дорогу в магазин Эдди. Эдди, меня так часто зовут друзья. Так что, магазин тезка. Магазин машин Кадиллак. Ну, американские машины в Кувейте очень популярны. Вот, а что касается Саудовской Аравии, трудно сказать, в основном бросаются в глаза японские и корейские, конечно же. Магазин Suzuki для любителей мотоциклов. Скутеры, мотоциклы, спортивные, обычные. Вон решетка здесь на совесть, не пробить. Багги, детские модели, в общем, на любой вкус. Все, что вы хотите. Посмотрите, какое найсное местечко. Здесь прям красота. Кораблик. Аль-Нахда Клаб. Ну, понятно. В общем, какой-то клуб. Видимо, спортивный. Что меня удивляет здесь в Саудовской Аравии, то, что у них такие маленькие мечети. Я имею в виду минареты. Маленький, аккуратненький, невысокий. В Кувейте минареты и мечети раза в два, я имею в виду обычные мечети, которые на каждом углу, раза в два, в три больше. Банкомат. На машине прям заезжаешь, снимаешь деньги. Сверху тарелка. Наверное, банкомат прямо подключен к интернету, что ли? Для чего банкомату тарелка? Для чего кондиционер, я понимаю, охлаждать его в жаркую летнюю пору. Захотели кофейку на дороге? Пожалуйста, делайте крючок, заезжаете, берете кофе, продолжаете маршрут.
здесь стадион, которому, видимо, и принадлежит этот клуб. А дальше огромные пустыри, на которых ничего нет, но, наверное, будет. Район новый, поэтому все только расстраивается. Друзья, если бы вы знали, какой сейчас ветер, меня просто сдувает. Я ложусь на него. Я просто ложусь на этот ветер. И он меня держит. Мне бы еще крыло, так я бы точно взлетел. Мне хочется пройти к морю, посмотреть, какие волны в такую погоду. Я думаю, огромные. Красота, просто красота, очень красиво. Это меня везет таксист, потому что я посмотрел по карте, мне надо было идти пешком еще час, а я уже час прошелся, и мне уже пора. Yes, it's beautiful. Так что прогуляюсь немного и обратно. Друзья, не знаю, для чего эта башня, что она символизирует, она выглядит фундаментально, очень красиво, но проход к ней перекрыт довольно грубым и неизящным забором. Вообще, само место очень красиво, мне очень нравится. Рыбаки. Наш отель, например, называется. Ну, в общем, другие разные районы. А город один довольно большой. И этот район, он новый. Он новый, и буквально 10 лет назад здесь не было ничего. А сейчас он активно застраивается. То есть город растет. Город развивается. Разрастается вширь, скажем так. И здесь уже есть чем заняться. Ну, во всяком случае, сходить на побережье, пробежаться по этой дорожке. В Кувейте тоже все набережные благоустроены. Тоже очень красиво, и люди очень любят гулять по берегу. Стоит запах шашлыка. Да, вот я даже вижу, как в пятницу люди приходят отдохнуть на побережье и отдыхают, или просто прогуляться вдоль моря. И, кстати, обратите внимание, что вот этот как это называется, место, на котором делают шашлыки, он вмонтирован здесь, они его не с собой привезли. То есть вы можете прийти и использовать стационарный барбекю, место для барбекю. Можно сесть на земле, как вот та компания сидит, и прекрасно провести пятницу. В
Кувейте тоже это очень популярно, очень много народу, семьями проводят время, и при этом все трезвые. В Катаре мы видели такие же столбы в пешеходной зоне. Для подзарядки все, что были оторваны, здесь поступили мудрее. Шнуры не стали делать, но сделали USB гнезда. Огромная набережная на протяжении нескольких километров, благоустроенная, чистая, красивая. Отдыхай, не хочу. Урны на каждом шагу. И мало того, еще ходит уборщик, постоянно убирает все, что, может быть, какие-то дети где-то что-то бросят. То есть поддерживается идеальная чистота. Пусть наличие зеленого газона вас не удивляет. Газон привезли и активно поливают. Вот эти поливалки. Без них, конечно, этот газон бы здесь не продержался. Он выгорел бы мгновенно. Ну и надо учитывать, что сейчас современные технологии позволяют делать чудеса. Видите, шланги каждому дереву. И поэтому какие-то специальные выведенные газоны, которые способны вытерпеть эту жуткую жару, которая здесь бывает летом, основное время года. Где-то с марта, наверное, с апреля начинается жара до октября. Вот это далеко не каждый раз не выдержит. Иногда такое складывается впечатление, что это вообще какие-то пластиковые растения. Трогаешь листочки, а они буквально как не живые, как из пластмассы. До такой степени они прочные. Ну вот сейчас весна, все цветет. Видите, кусочек пустыни, который не застелили газоном. Вот так это все выглядело здесь. Просто песок и все. И снова автомобильные магазины, но я уже еду на машине. I just make video for my friends. Пришел в Саудовскую заборами.
это та самая зона, мимо которой я проходил пешком 2 дня назад. Значит, мы уже близко. Ну, вы видите, вот он в повязке, потому что песчаная буря, песок. И видимость ограничена. Thank you. Next. Did you record this? Это наша гримерка, где мы переодеваемся. Вообще здесь очень много гримерок. Но я хочу вам просто показать то, что сначала не бросилось нам в глаза. Сначала мы отнеслись, просто вообще даже не обратили на это внимания. И только потом до нас дошло, что надпись на русском языке. Согласитесь, что в Саудовской Аравии, в театре короля имени Абдул-Азиза, увидеть такую надпись говорит о многом. Ну, в общем, это было смешно. Это гримерки. Вы видели там 5 дверей. Вот, и все они одного типа. В каждой гримерке все удобства. Душ, туалет. То есть артист может совершенно не напрягаться по поводу условий работы. Очень удобно. И заодно он слышит, что происходит в зале. Все объявления. Земля здесь, если на ней не производить никаких действий, если ее не облагораживать, если ее ничего не строить, а предоставить ее саму себе. Просто песок, покрытый какими-то невысокими кустарниками. Но вот уже привезли щебень, видимо, будет здесь произведены какие-то работы, построены новые дома. Вообще, как я уже говорил, и как мне сказали, вот таксисты, здесь 10 лет назад не было ничего, вся земля была вот такая. Вот за 10 лет построены новые районы, новые дома, очень много чего построено и продолжается строиться. Автобус не помещается в этот узкий разворот, поэтому им приходится сдавать назад. То ли автобус слишком большой, то ли разворот маленький. Вот везде в Саудовской Аравии вот магазин Nissan по продаже машин Nissan. Продолжаем, если я хочу сказать, что в отличие, скажем, от Кувейта и Катара, Саудовская Аравия — страна, где очень много
это что делают, производят. Здесь очень много строительной техники, экскаваторы, краны, бульдозеры, грузовики в огромных размерах. Вот маленькая мечеть. То есть промышленность Саудовской Аравии есть. А страна, скажем так, старается обеспечивать себя сама во многих отраслях. Не так, как в Кувейте, в Катаре, например, где практически все привозное. Внутри страны очень мало что производится. В Саудовской Аравии дела обстоят несколько по-другому. Ретрансляторы, камеры безопасности. Ну, приехали, будем выгружаться. F-15 тренируются. Здесь совсем рядом база. И как нам сказали, они летают здесь каждый день. Очень активно. Хотелось бы посмотреть поближе, но здесь они очень высоко летят. Надо подъехать поближе к базе. Разглядеть эти F-15. Культурный центр короля. Мы сейчас обойдем вокруг сцены. Там здесь складские помещения, различные приспособления. Но мне нравится то, что в темной зоне специальные указатели, которые светятся. И вы можете в темноте легко найти дорогу. Мы обошли сцену, и потому что мы выходим слева. Здесь операторы. Здесь еще одна стрелочка. Открывайте дверь. Можно попить водички, если захочется. Снимаю указатель на сцену. انت ما مثلك هالدنيا بلد والله ما مثلك هالدنيا